Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Хочу сегодня вам предложить связать вот такой цветочек для ирландского кружева. Он очень красиво будет смотреться в изделии, в платьях, в кардиганах, в кофтах, в юбочках. Просто отделку, например, если вы вяжете что-то лицевой гладью спицами, и потом низ или верх отделать ирландским кружевом, тоже будет очень красиво. Составите такую цветочек-композицию, связать еще какие-то дополнительные цветочки и составить композицию. Будет смотреться очень красиво. Мы давайте с вами разберем сначала схему, а потом приступим к вязанию. Схема вязания довольно-таки простая. Вязание начинается с цепочки из 9 воздушных петель. Затем мы эту цепочку обвязываем столбиками с одним накидом. Всего их у нас 9 столбиков с одним накидом, и между ними мы вяжем воздушную петлю. Затем мы делаем петлю подъема и обвязываем столбиками без накида вот этот ряд, который мы вязали в кольцо. А уже затем мы приступаем к вязанию вот этих веерочков, так называемых. Вот мы обвязали как бы наш второй ряд, это у нас получается. Дальше мы набираем цепочку 16 воздушных петель. Вот тут у нас стрелочка показана, цифра 16 обозначает, что у нас цепочка 16 воздушных петель. Тут не указано, но соединительной петлей мы присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда. И затем мы начинаем обвязывать. Вот тоже стрелочка опять показана. Вот эту полуцепочку, вот как бы наполовину сделаем, 8 воздушных петель мы обвязываем следующим образом. Полустолбик сначала вяжем, затем 7 столбиков с одним накидом, потом опять полустолбик и столбик без накида. Затем от этого столбика без накида мы набираем цепочку из 15 воздушных петель, присоединяемся к столбику без накида, который находится у нас под арочкой из одной воздушной петли. Затем точно так же, как и здесь, начинаем опять обвязывать полустолбик, затем 10 столбиков с одним накидом, опять полустолбик, столбик без накида. Затем из этого столбика без накида мы опять вывязываем еще одну цепочку, уже из 14 воздушных петель. И точно так же присоединяемся под столбик без накида, который находится над воздушной петлей предыдущего ряда. И также обвязываем вот эти 14 наших воздушных петель, половинных. Вот тут стрелочка как показывает место обвязки. Вот до столбика без накида мы доходим, провязываем его и опять вывязываем 15 воздушных петель. Затем обвязываем часть этих воздушных петель. Потом опять вяжем столбик 15 воздушных петель. Затем опять их обвязываем, часть этих петель воздушных. Затем вывязываем еще воздушные петли. Опять вот тут стрелочка у нас показана, мы как бы возвращаемся вот до сюда, обвязываем эти воздушные петли. Затем из столбика без накида мы вывязываем 7 воздушных петель, присоединяемся столбиком без накида. Затем из этого столбика без накида мы вывязываем 8 воздушных петель. Это как бы наш последний. Присоединяемся к столбику без накида, который находится под столбиком с одним накидом, не под арочкой, как мы вот эти сняли, а под столбиком с одним накидом. Затем мы начинаем обвязывать уже оставшиеся, то, что мы не обвязали, наши воздушные петли. Следующим образом, столбик без накида, полустолбик, затем у нас идет 6 столбиков с одним накидом, полустолбик, столбик без накида. Это как будто в эту арочку из 8 воздушных петель. Дальше мы обвязываем арочку из 7 воздушных петель, столбик без накида, полустолбик, 4 столбика с одним накидом, опять полустолбик, столбик без накида. Вот эти арочки из 8-7 мы обвязали. И дальше мы начинаем как бы заканчивать обвязывать эту арочку, которую до этого мы обвязали с 15 воздушных петель. Опять столбик без накида, полустолбик, 7 столбиков с одним накидом, полустолбик. И столбик без накида. Далее мы переходим к следующей арочке из 15 воздушных петель. Как будто вверху этих воздушных петель мы дообвязываем. Вот. Это у нас получится как бы уже третий ряд. Вот тут мы все это обвязываем одинаково, как уже было в предыдущем сказано.
Далее, вот первый наш 16 воздушных петель, мы провязываем, точно так же начинаем обвязывать столбик без накида, полустолбик. 7 столбиков с одним накидом, полустолбик и столбик без накида. Все, на этом наша как бы вязание цветочка заканчивается. Давайте приступим к вязанию. Вязать мы с вами свяжем толстыми нитками 392 метра 100 граммов и крючком 1,75. Здесь у меня ирисом связано, крючок 1,5. Как бы ирис он тонкий, но для того, чтобы там лучше было видно, мы свяжем толстым крючком и толстой пряжей. Делаем наш узелок и набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набрали. Соединительной петлей присоединяемся к первой воздушной петле. Соединили наше кольцо, нашу цепочку в кольцо. Далее мы делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Затем идет у нас четвертая петля. Эта петля у нас будет между столбиками с одним накидом. Далее мы провязываем 9 столбиков с одним накидом, плюс мы между ними вяжем воздушную петлю. Делаем накид, провязываем столбик с одним накидом. Раз. Опять воздушная петля, хвостик ввязываем сюда. 2 столбика с одним накидом. Опять воздушная петля, 3 столбика с одним накидом. И так обвязываем наш круг до конца. Не забываем между ними ввязать воздушную петлю. Всего у нас должно получиться 9 столбиков с одним накидом. Воздушная петля и 9 столбик с одним накидом. Вот мы связали под цепочку 9 столбиков с одним накидом. Опять делаем воздушную петлю и присоединяем соединительной петлей 1, 2, 3 третью воздушную петлю подъема. И вот столбик мы такой круг мы обвязали. Этого не надо делать туго, чтобы маленько просторнее был, такой более между вот этими воздушными петлями столбиком с одним накидом был одинаковый. Вот так маленечко сделаем. Далее мы будем обвязывать вот этот наш круг. У нас здесь должно получиться 20 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю и провязываем 20 столбиков без накидов. Раз, подарочку и столбик с одним накидом. 2, опять подарочку. 3. И столбик с одним накидом. Обвязываем наш круг столбиком без накида. Их у нас должно быть 20 столбиков без накида. Вяжем столбик с одним накидом предыдущего ряда и под воздушную петлю. Провязали 10 столбиков без накида. Соединили воздушную петлю подъема, соединительный столбик. Вот круг мы наш обвязали. Далее набираем цепочку из 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот мы набрали цепочку. Работу мы переворачиваем и провязываемся соединительной петлей, под, которая находится под столбик без накида, который находится под над арочкой. Соединили. И далее начинаем обвязывать нашу цепочку из 16 воздушных петель. Работу поворачиваем. Вяжем столбик без накида. Затем мы провязываем полустолбик. Провязываем полустолбик. Дальше вяжем 7 столбиков с одним накидом.
раз столбик, два столбика. Так вяжем 7 столбиков с одним накидом. 3. Немножечко подтягиваем, чтобы они потом не ползли. 7 столбиков, 7 столбик последний. Дальше вяжем полустолбик и столбик без накида. 16 воздушных петель мы обвязали. Вот они у нас так получаются. Дальше мы набираем цепочку из 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15. 5 работ переворачиваем и присоединяем. Вот у нас тут кутярочки у нас как бы вот под эту карточку и под ней вот этот вот столбик без накида провязанный. Присоединяемся вот под столбик без накида, который находится над арочкой. Присоединились. Опять работу переворачиваем. Начинаем опять обвязывать эту цепочку из 15 воздушных петель. Опять начинаем столбик без накида провязываем. Затем полустолбик. Затем вяжем 10 столбиков с одним накидом. Раз. Два. 3. Всего у нас 10 столбиков с одним накидом. 9 и 10. Не забываем немножко подтягивать, плотнее укладывать, чтобы они потом не топорщились. Затем полустолбик один и столбик без накида. Далее из этого столбика без накида мы начинаем вывязывать 14 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14. Работу поворачиваем. И опять мы присоединяемся, как я уже говорила, под столбик с арочкой, который... Вот у нас арочка, вот этот столбик без накида. Вот под него мы присоединяемся. Как бы в следующую петлю мы присоединяемся. Соединились. И опять начинаем обвязывать нашу арочку. Поворачиваем работу. Провязываем столбик без накида. Затем провязываем полустолбик. Немножечко так подтягиваем, чтобы он ровнее лег. И затем вяжем 8 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, семь, восемь. 8 столбиков с одним накидом мы провязали. Затем у нас немножечко опять, видите, чтобы так они не фалдик, немножечко подтягиваем, чтобы они укладывались у нас так. Дальше мы вяжем полустолбик. И столбик без накида. Еще одну арочку мы обвязали. Дальше набираем опять цепочку 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15. Опять работу поворачиваем. Опять соединительной петлей соединяемся в столбик без накида, который находится над арочкой. Соединились. И начинаем опять обвязывать нашу воздушную петлю, эти воздушные петли. Опять столбик без накида, полустолбик, и дальше идет 8 столбиков с одним накидом. Подтягивать не забывайте их. 1, 2, 3, слегка вот так маленечко подтяните, чтобы они вот не ползли потом. 8. Дальше опять идет у нас полустолбик и столбик без накида. Еще одну арочку мы как бы до половины обвязали. Немножечко еще подтягиваем так, чтобы они
лежали. Дальше опять набираем цепочку из 15 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, четыре, пять, 15. Опять поворачиваем. И опять точно так же вот подарочку. У нас получается как бы через петлю мы провязываем наши воздушные петли. Опять работу поворачиваем и начинаем обвязку. Провязываем сюда столбик без накида. Затем провязываем полустолбик. Полустолбик провязали. Провязываем 8 столбиков с одним накидом. Раз. Два. Три. Не забываем немножко подтягивать. 8. 8-й последний столбик с одним накидом. Затем полустолбик. И столбик без накида. Опять немножечко подтянем. Опять набираем цепочку с 15 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. 14, 15. Набрали. Опять также работу поворачиваем. Опять одну петлю пропускаем, следующую провязываем столбиком без накида. И опять точно так же начинаем обвязывать нашу арочку. Сначала столбик без накида один. Затем один полустолбик. И затем опять 8 столбиков с одним накидом. Раз. Два. Три. Всего у нас 8 столбиков с одним накидом. 7 и 8. Затем у нас идет полустолбик и столбик без накида. Маленечко подтянем. Дальше мы набираем цепочку из 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Работу переворачиваем и провязываем столбиком без накида. Вот у нас столбик без накида здесь. Затем полустолбик и пропускаем 1, 2, 3, 4. Четвертый столбик с одним накидом мы провязываем столбик без накида. Далее мы набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И провязываем эту цепочку, опять, как я говорила уже, через столбик. Вот через одну петлю, следующую петлю провязываем соединительной петлей. Присоединили. Дальше мы начинаем обвязывать. Будем обвяжем вот эти наши цепочки из 7 и 8 воздушных петель. И те цепочки, которые мы как бы обвязали частично. Делаем столбик без накида, провязываем. Работу поворачиваем. Провязываем столбик без накида, делаем накид, провязываем полустолбик, затем вяжем 6 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре. 6. 6 столбиков провязали, затем полустолбик и столбик без накида. Вот эту цепочку из 8 воздушных петель мы обвязали. Дальше обвязываем цепочку из 7 воздушных петель.
провязываем под цепочку столбик без накида, затем провязываем полустолбик, затем вяжем 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, четыре. Затем провязываем полустолбик, затем вяжем столбик без накида. Дальше мы обвязываем следующую арочку из 15 воздушных петель, которые столбик без накида мы провязываем, затем полустолбик, а затем вяжем 7 столбиков с одним накидом под эту арочку. Раз, два и три. 7 столбиков с одним накидом провязали. Далее у нас идет полустолбик и столбик без накида. Дальше у нас еще идет 2 арочки из 15 воздушных петель. Вот арочка и вот. Мы ее обвязываем точно так же, как эту. Также вяжем столбик без накида, полустолбик, 7 столбиков с одним накидом, а полустолбик и столбик без накида. Вот эту арочку мы провязываем, как вот только что повязали. Следующая арочка у нас 14 воздушных петель. Мы ее обвязываем следующим образом. Столбик без накида, опять полустолбик и 6 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 столбиков с одним накидом провязали, затем опять полустолбик и столбик без накида. Это у нас была арочка из 14 воздушных петель. Дальше у нас идет опять арочка из 15 воздушных петель. Мы ее провязываем следующим образом. Столбик без накида, полустолбик, затем 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. 5 столбиков с одним накидом провязали. Дальше опять полустолбик и столбик без накида. И обвязываем последнюю арочку из 16 воздушных петель, которые вяжем следующим образом. Столбик без накида, полустолбик и 7 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 столбиков с одним накидом мы провязали. Далее полустолбик и столбик без накида. На этом цветочек, вязание нашей цветочки мы закончили. Присоединяем соединительной петлей. Столбик предыдущего ряда. Вот работу мы закончили. Вот такой вот веерочек у нас получился. Вот веерок связан тонкой пряжей, а вот веерок связан толстой пряжей. Вязание вот таких элементов с толстой пряжей, толстым крючком подойдет для, например, теплых каких-то вещей, для теплого кардигана, для пальто, для таких, для более объемных изделий. Из более тонких ниток и тонких крючков подойдет для вязания платьев, кофт нежных, ажурных таких. В общем, цветочек не очень сложный, вяжется. Вяжется такой цветочек очень легко, но в изделии он смотрится очень красиво.
из него составить композицию, дополнить его какими-то листочками, еще дополнительными цветочками, будет очень красиво смотреться. Бежите вместе со мной, оставляйте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ссылочку на схему я оставлю под видео. Всего доброго. До свидания.